Что внизу, то и вверху. Бахтинский эзотерическое эмпирическое. Я лирическая героиня у Бога. Он создает меня, созидает сюжеты моей жизни, сталкивает меня с разными персонажами на моих путях. Я наивна, а автор нет. Он знает многого из моей жизни, чего не знаю я. Я обладаю некоторой свободой и собственным характером. Иногда автор отпускает меня на волю и смотрит, как я накосячу, и смогу ли выбраться самостоятельно из жизненных передряг. Чтобы увидеть иллюзорность моей свободы, достаточно лишь самому стать автором и завести себе лирического героя, а может и нескольких. Только так, непосредственным опытным путем, можно прийти к познанию автора и структуры его мира. А можно сделать своего лирического героя писателем. И тогда постичь через него законы микромира. Если древние утверждали, что вверху, то и внизу, то современный человек идет противоположным путем, познавая мир снизу. Что внизу, то и вверху. Что внизу, то и вверху.